Чё, правда? Блин, у меня в детстве такая была, только с этим, с волком, который яйца ловит. На управление, конечно, обоссышься. Ладно, QA, ну, PL. Сука, это какие кривые руки нужно, чтобы, блядь, вот так раскорячить пальцы и нажимать? Это вообще, не, ну, как бы легко пока. Тут уже как-то пободрее прям. Эти, сука, ненужные банки минусуют еще. Ну, в принципе, тоже терпимо. 170 набрать. Я ебнулся, что ли? Сука, пальцы сводит! А, блядь! Сука, нос чешется, блядь! Нос чешется, сука! Ну, хоть почесал. Да ёб твой... Да... В смысле, закончилось? Еще две попытки было, алло! Еще поиграть хотел! Тупая игра, выйти отсюда. Но я продолжаю качать итальянскую ветку. Пантерка у меня уже открыта, но на тире еще ни одного нормального боя с мастером не было. Вот без мастера прикольные бои были. Я уже даже один ролик по нему такой делал. Я обязательно подсказки сверху там добавлю. Сможете потом нажать, посмотреть, если интересно. С мастером ни одного. Вот поэтому пока что-нибудь прикольное не будет, чтобы записать ролик сделать, я не хочу его продавать и дальше так и катаю. Надеюсь, здесь хоть повезет. Аппарат мне вообще понравился. Довольно-таки бодрый. Чуть-чуть даже рикошетный. Обзор вообще охуительный. Перезарядка сведения отличная. Пробитие, ну, относительно неплохое. Команда у нас, конечно, тоже заебись. Особенно этот вот дурачок в топе. Сука, 300 КПД. Я вот не знаю, вот чем надо играть. Вот какой частью... Попал. Какой частью туловища надо играть, чтобы было 300 КПД? Вот я просто не понимаю. Тут, в принципе, просто выкатился два раза, попал по врагу, блядь. Тебя уже как бы... Ну, уже что-то накидано, и уже нормально. Это надо... Ну, артой, наверное, на базе в свои за... Какой пеструн? Какой наглый пеструн? Тебе гусельку-то, блядь. Ну, не пробил-то не пробил, гусельку-то поставил. 427 по гусле. Короче, сардель откаталась. Тебе надо выехать через забор, да? Ты обязательно через... Ты просто так не стал стрелять. Тебе надо через забор вылезти, блядь. Так он мне триплекс сломал. Ну, знаешь, я его починю, блядь. У меня откатится. Гуслочинка. Комикс. Тирет гель, блядь. Прочистка труб. Ну, давай. Давай, высунься. Давай. Нать. Не знаю, как ты там. Поймал плюху, не поймал. Пойду с усом поиграю. Так, КД 60 секунд. Если меня сейчас поставят на гуслю, то меня поставят раком. Ну и разберут на запчасти, сука. Поеду на развал. Да как, блядь, опять об этот угол споткнулся, сука, ненавижу, блядь. На тебе еще раз. Ай-яй! Ай-яй, блядь! Ахиллес, перестань! Перестань, сука! Ну. Вкусненький, медленненький. Не закатывай, не закатывайся. Подожди, я не свелся, не закатывайся. На. Шот как. Вот прям плюс 10 где-то к боевому духу было вот сейчас. Снаряд разбился, закатился. Холодильник ебучий. С бревнами. Блять, я даже вот не знаю, что сейчас сделать. Ешку я его разобрать не успею, меня заплюет. Один раз в нее кинуть. Вот комета точно хочу забрать. Мне прям он шотный. Нате, сходу! Пойдем дальше. Он шотненький. Он шотненюченький. Пиздуй, Ванга! Ты уже на меня развернулся? Стой! Стой! Только я уже шотный тоже. Ну что терять? Что терять? 7-10. 7-10 терять нечего. Ахиллес фуловый. Так кинет меня. А, это камень. Ну ладно. Сейчас залезу. В чердак-то ему наплюю. Тут
ты его даже прям нормально. 5. Мощи не хватает. Сушка, толкни! Толкни, дай зале. Без тебя разберусь, блядь. Объехать может. Возможно, этот маневр спас мне жизнь. Вот, возможно. И не видит. Молодец. Вот и стой там, красавчик. 2-1. Домой. Захват. Захватчики. Не захватчики. Захватчики. Че он, сука, дрочит? Я не понимаю. Че он, блядь, заезжает, съезжает? Надоело ему, видимо. Ну! Я всю карту свечу. Блядь, он там вяленый внизу сидит. Я отсюда его не попаду, блядь. Объезжать все это безобразие. КВ? Нихуя себе. Это вот надо сейчас объехать. Это же слепое существо. Меня сквозь кусты вообще никогда не видит. Красава я. Ешка молодец, Ешка захват забивает. Ёпта, ее сейчас закидывает по носам всяким. То ли арта, то ли КВ, блять, бревно в меня метнуло. Ешка, ты где? Ты где, сука? Где? Вот он, стой, 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 стой. Стой. Домой. Нихер тут затылки нюхать. Доехал он тут. Жопу почесать. Где КВ? Где КВ? КВ? Чё, Ешенька, остались мы с тобой вдвоём, братан. Просто вдвоём. Просто будем вдвоём. Вот он. На. Отлично. Давай, добивай его. Добивай. Добей ты. Нихуя, ещё и быка ему оторвал. Чё? В смысле пуст? Сука, в смысле пуст? Чё делать теперь? Я поехал, давайте отсыплю тогда. Я шутный. Алло. О, вот тут вижу. Тихо, 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 тихо. Вот тебе, блядь, в будку. Будешь шевелиться? Сука, куда я там попадаю? Какой-то кусочек, блядь, между камушками какой-то. Сейчас он меня тоже плюнет прям на отмах, блядь, и насмерть. Кидай там. Сейчас, блядь. Сейчас я тебя заряжу в ведро. Не, по-моему, в камни постоянно попадаю. Да в пизду! Вот. Вот когда не особо там думаешь, куда попасть, просто хуяришь, блядь, попадаешь. Вот будешь выцеливать, нихера. Ну, попробуй, конечно, захват занять. Я тут 129 поиграюсь, а ты захват уйди. Ну, 29-ка меня точно заберет. Потому что я, конечно, хп ее не помню, но, по-моему, она довольно-таки толстенькая. А, не-не, блядь! Все, все, пиздец, все, пиздец, 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 сука! Ему. Блядь, я, короче, за валидолом. Это, сука, и руки тряслись, блядь, и ноги тряслись, сука, и стул трясся, блядь. Че он меня не выстрелил, я только не знаю. Он, по-моему, там еще сильнее, блин, охуел. Да. И все наши. И все тут наши подохли. Кладбище домашних животных, сука. Тупорылых овец. Хули они сюда все приехали? Ну и ладно. Арта такой, я сейчас тут затащу, засижу в кусте, пока игра не закончится. Ой, тебе, блядь, в кабину. Всё. Помолился, обмочился, в ангар. Ешка красава, вот прям респект ему. Я ему прям даже потом напишу, что он молодца. И снова всем привет. Этот ролик я уже отдохнувший сделал. В ближайших планах взять еще мастеров на других танках,
и сделать ролики, и также еще VR-чик наделать роликов. Потому что там игр уже много застоялось, а как бы сил и желания делать их просто не было. Ну, устал. Сейчас вроде сил поднабрался, поэтому ждите новые видосы. И не забудьте там друзьям рассказать, лайки поставить, комменты написать. В общем, вы сами все знаете. Всем спасибо, всем пока.